Друзья, всем привет, с вами Санёк. Ну, такое будет короткое видео, покажу, как я центрую фланцы по отношению к чулку. Это передний ведущий мост, очередной, а их нужно собрать еще, друзья, 3 штуки. Вот. Может быть, кому-то пригодится. Способ простейший, ничего сложного нет. Вот. Были заторы. Ну, да, это давно, не знаю, не помню, показывал, нет, ну, возможно, повторяюсь. Были изготовлены вот такие вот шайбы. Это, так сказать, отходы от звездочек, которые раньше были под росточку. Вот, они 80 миллиметров у них была, будем говорить, диаметр. Вот. По-научному, потому что найдутся те, кто скажет, блин, не так что-то назвал, но тем не менее. Были выточены вот такие шайбы по размеру подшипника с вот такой вот юбкой. На фланцах имеется тоже юбка подобная, чтобы они дальше не проваливались и стояли так, как нужно. Ставится вот таким образом и прикручивается все это дело к кондуктору. Кстати, кондуктор, я не знаю, только, наверное, ленивый не сделал, который помогает все это дело не держать в руках, центровать четко, точно и без всякого геморроя. Ну, я не знаю, друзья. Вот такие вот дела. Я пользуюсь кондуктором по сей день. Это вот тот самый первый кондуктор, который я сделал, и по сей день он у меня, я не знаю, в работе, будем так говорить. Ставится шайба, вот такая вот центровочная, это центровочная шайба, и, соответственно, дальше прикручивается все уже, как говорится, по классике жанра. Вот такие вот дела. Сейчас покажу, что буду делать дальше. То есть, вот таким вот образом просто прикручиваю, а дальше покажу, как я центрую чулок. Кто занимается этими вещами, эти вещи, да, все вспомогательные вещи, они просто облегчают и ускоряют процесс постройки переднего ведущего моста. Вот, делюсь своими, как говорится, лайфхаками. Дальше, друзья, имеется у меня вот такой вот кондуктор. Один, точнее, из кондукторов вспомогательных, сделанный из редуктора. Ушатанного редуктора, друзья, поэтому было мне не жалко его. Отрезал сам корпус. Вот. С этой стороны вот можно наблюдать. И оставил его чисто как вспомогашку. Дифференциал здесь был разбит весь. Вот такие вот дела творились на пальце. Ну и, соответственно, звездочки, точнее, не звездочки, шестерни, да, сателлиты, и все было в хлам. Восстанавливать смысла нет, менять что-то смысла нет. В общем, открутил все лишнее, оставил только вот сам корпус и подшипники. Все. С одной стороны, я его, друзья, также спилил. Для чего? Для того, чтобы он не упирался, друзья, в уголок, на котором буду сейчас это все дело центровать. Вот как-то так. Есть отверстие определенного диаметра. Такого же диаметра у меня, друзья, просверлены вот эти вот шайбы. Вот они зажаты здесь, прижаты с одной, с другой стороны. И имеется направляющая труба, которая проточена в нужный мне, друзья, размер. Я думаю, понятно объяснил, как это сейчас будет выглядеть. Чулок пока ставить не буду, потому что он будет развернут вниз, и вот эта штука прикручена.
Ну, покажу сейчас, вот вставлю эту трубу центровочную и покажу, как это все дело будет центроваться. Вот, наглядненько, чтобы вы посмотрели. Вот он сам редуктор, через него проходит труба. Вот, и центрует всю эту, как говорится, ось. Ну, они сейчас широко стоят, а чулок, конечно, будет меньше. Но тем не менее, здесь и все это через центр. Вот как только прикрутится вот этот кондуктор, да, шаблон, я не знаю, к чулку. И вот эти вот моменты, вещи, они немножко овального такого. Ну, чем ближе к редуктору, тем он больше овал. И вот чтобы этот чулок варить к фланцам так, как нужно, вот использую вот этот кондуктор. Вот такие вот, друзья, дела. Ну и потом, соответственно, уже это все, все эти люфты, они минимизируются, а возможно даже и будут отсутствовать. Главное постараться. Вот так вот это все дело выглядит в прикрученном состоянии. Взял на 4 болта, этого достаточно для центровки. И вот чтобы вот эта часть не мешала и не упиралась сюда в уголок, поэтому, друзья, спил и сделал. Просто для своего же облегчения. Повторюсь еще раз, корпус раздолбан, подлежит, как говорится, утилизации, да, в чермет, но нет. Он мне помогает в постройке передних ведущих мостов. Может быть, кто-то попробует сам сделать. Никаких проблем с этим нет. Главное, расчет. Я уже показывал, рассказывал, как рассчитывается. Там есть 4 серии. Вот, все поэтапно, все прямо четко. Все. Сейчас его подгоняю сюда. Ставлю трубу для центровки и обвариваю. Вот за что я говорил, пока еще не ставил. Есть, да, вот такой вот момент, который, друзья, нужно поймать. Так как фланец чуть меньше, чем вот этот овал. Вот, друзья, вставил направляющую трубу. И как можно наблюдать, где-то вот больше зазор, где-то он меньше зазор. Здесь я молчу, конечно. Ну, понятное дело. С этой стороны то же самое. Все. Ушла болтанка. Друзья, ушла болтанка. И вот эти вот вещи и моменты стали соосными. Вот. Остается сейчас все это дело, ну, тупо варить. Да и все. Вот такое, друзья, приспособление, кондуктор в помощь, да, шайбы, убитый редуктор. Ну, бывает такое, но почему нет? Мог бы сдать металлолом, но помогает, помогает решать те или иные задачи. Кстати, мост будет на колею 90 на цельных полосях. Вот, сейчас ввариваю и посмотрим результат. А вот за что я говорил. Видите, вот спил, он не упирается и не мешает никак. Ну, а центрую, точнее не центрую, а выставляю так, чтобы отверстия стояли там, где нужно. Я уже показывал 150 тысяч раз обычной линейкой. Вот так вот ее ставлю, она под своим весом опускается и равняет редуктор по плоскости. Главное сделать все ровненько, аккуратненько и никаких проблем. Все, можно обваривать смело. Это 100%. Уже сделан не один десяток этих мостов. И все они работают так, как нужно.
Все, друзья, фланцы вварены, как говорится, параллельненько. Как там называется-то это слово-то? Пердикулярно? Я не знаю. Обязательно поправьте в комментариях. Вот, как говорится, соосно, все это минимизировано. Ну, я имею в виду соосность или несоосность. Она минимизирована, а возможно даже и будет отсутствовать несоосность. Вот, все очень просто. Все работает замечательно. Тем более, третью опору я уже не делаю. Вот здесь идет полуось, редуктор, граната. Все, вот здесь опоры нет. Вы прекрасно это видели и знаете. Горяченький. Все снимаю и вариваю в рычаги. Ну, это уже, в принципе, другая история. Дальше я уже, наверное, показывать и рассказывать не буду, потому что это все дело показывалось и рассказывалось. Это вот небольшой лайфхак, который я применяю с недавних пор. Раньше я этого не делал, но, тем не менее, все работает. Вот такие вот, друзья, дела. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Готовый результат покажу уже, как всегда. Скоро увидимся.